Всем привет, ребята! Вы на канале Тук Тим. И сегодня мы снимаем ролик, который должен тебе понравиться. В этом ролике мы будем повторять легендарнейшие мемы, как «Нюхай бебру», «Я мою посуду», «Как мужику прилетает мечом по голове», и все это вы увидите в сегодняшнем ролике. А перед началом попрошу вас подписаться, поставить лайк, кому не сложно подписаться на Телеграм. И мы погнали! Что ж, ребята, первым мемом, которым мы повторим, будет мем, где какой-то парнишка просто моет посуду и напевает про это. Я думаю, этого парнишку вы можете каждое видео в интернете. Что ж, первым вы увидите оригинал, а потом нашу адаптацию. Поехали. Я мою посуду, я мою посуду. Мою посуду. Я потанцевать хочу. Видели, мне кажется, все. Давайте посмотрим на оригинал и как это сделали мы. Дай бабушке покоя! Я танцую же! Я же танцую, я же ничего не делаю! Что, идиот? А что, потанцевать нельзя, что ли? Идиот? Не потанцевать нельзя? Что, идиот? Мне идиот! Мам, я что... бабушки покоя. Я же танцую же, я же... Ты что, идиот? Мне потанцевать нельзя. Ты что, идиот? Мне потанцевать нельзя. Ты идиот? Мне потан... Идиот. Я потанцевать хочу. Ребята, ну а следующий мем, этот мем, ребята, мне кажется, видели все в интернете, когда мужику во время интервью прилетает мечом по голове. Давайте посмотрим. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Ребята, надеюсь, вы все видели малого с палкой, который крутит, бьет себя и очень сильно матерится. Конечно, мы всей командой осуждаем маты. Но давайте посмотрим на этот очень смешной мем. Есть. Есть еще. Ай, блин! Ай, нифига! Ребята, этот мем можно охарактеризовать одним словом. Нюхай бебру. Сережа, дело в шляпе. Нюхай бебру. Сережа, дело в шляпе. Нюхай бебру. Даже сказка спать ложится. Ребята, этот мем настолько смешной, необычный, непонятно, странный, то что я не знаю, как его описать. Давайте вы просто это посмотрите. Максим,
Я тебе куда казал? Ехать! За хлебом, а чё? Так а шо ты сидишь? Давай пошуршал, бегом. Всё, еду, блин. Максим. А, пап. Где хлеб? А. Да сейчас съезжу, ты забодал. Ты шо, непонятливый, я жрать хочу. Где хлеб? Давай езжай, бегом. Максим! А? Я куда тебе сказал ехать? За хлебом, а шо? Так а что ты сидишь? Всё. Давай вставай, пошевеливайся. Всё, еду, еду. Максим! А? Где хлеб, блин? Что ты делаешь, забодал? Ты тупой, я есть хочу! Вставай и ешь! Вот и все, ребята, подошел к концу наш легендарный ролик. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И также подписывайтесь на телеграм. И да. Если хотите вторую часть, поставьте здесь 10 лайков, и мы снимем вторую часть с более легендарными мемами. Всем пока!